Друзья, всем большущий привет! Давненько я ничего не делал из металла, поэтому было принято решение сегодня поработать именно с ним. К тому же у меня появился новый аппарат, который я с нетерпением хочу затестить. Несколько лет у меня стоит в гараже обрезок металла тройки. Немного почище его от ржавчины и можно резать по размеру. Резку буду выполнять аппаратом для воздушно-плазменной резки и раскроя металла от компании Сварог. Ранее плазморезом я не пользовался, поэтому сейчас посмотрим, как быстро новичок сможет с ним справиться. Первым делом я подключаю массовую клемму. Далее провод управления плазматроном и сам резак. Клеммы необходимо хорошенько затянуть, чтобы исключить их выгорание. Аппарат оснащен фильтром для сбора влаги, которая может попасть от компрессора, и регулятором давления. Давление в системе должно быть постоянное 4 бара, а производительность компрессора не менее 100 литров в минуту. Согласно инструкции, выставляет ток на аппарате в 25 ампер. И именно столько нужно для резки моего листа, напомню, толщина 3 мм. Ну вот и первые искры. Несколько первых резов были просто отвратительные, но буквально через 10 минут я приноровился и все пошло как по маслу. Данный аппарат позволяет проводить резку любых токопроводящих материалов – нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни. Именно на этой модели ток регулируется от 20 до 45 ампер, максимальная толщина разрезаемого металла 12 мм. У меня простейший компрессор с ресивером на 50 литров и его вполне хватает для работы плазмореза. Вес аппарата всего 6 килограммов, а длина рукава самого резака составляет аж 5 метров. Это очень удобно. Друзья, кого заинтересовал аппарат, ссылку на него оставлю в описании под видео. Итак, все нарезано, немного пошлифую и можно двигаться дальше. Каких-то конкретных размеров будущего изделия нету, все беру по ходу, прикидываю, примеряю под свой рост и нарезаю. Теперь пришло время поработать с профильной трубой. У меня ее два вида, 40 на 40 и 20 на 20. В работе очень выручает мой новый сварочный стол. Кстати, ссылка на него есть в описании под видео.
Друзья, ну вот и подошла к концу работа, и в итоге получился классный стильный мангал. На всю работу у меня ушло чуть больше 3 часов. Утром начал, а вечером уже буду тестировать. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях. Если вам понравился выпуск, поддержите лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.